So you lost most of your unit in the valley against the Russians. Who survived? Montez and myself, Cole, some others. Did Captain Cole get your guys killed? What? No. Isn't that how you felt about it? Deep down? You know, in Bosnia, I lost four of my closest friends. Rocket attack. The guy that was on OP was sleeping. I was fucked up for 6 months. Thought about killing him. We all talked about it. I still think about how he failed us. I'd feel sorry for you, but I feel more sorry for your buddies. Because they never knew who you really were. They would have understood. Would you? Would you understand turning on your buddy? For the enemy? The Russians weren't our enemies. They killed your fucking friends! Hold on, hold on. Now, at the same time you were in the field in Iran, we intercepted burst transmissions between Dima and his handlers in Kiev. He was in Iran as well. Why was Dima in Iran with the Russians? Подтверждаю, зажигание включено. Операция в действии. Давай, сука. Сопределяющий сенсор высоты. Поставить на 500 метров. В зоне выброса будет спокойный. Отклонение будет минимальным. Полагаемся на сенсор высоты. Пускаемся на постоянном тоне. Установлено. Кислород включен. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Дима опустила форму. Thank you.
скажу, слышь, прикрой! Не заперты кодом. Хорошо, мы можем их слышать. Хорошая идея насчет машины. Давай следовать дороге. Последние спутники его изображения показали большую оживленность на вилле. У нас всего лишь 30 минут, может даже меньше. Знаешь, а если сразу поедем на виллу? Окна затемнены. Чего ты ждешь? Они подумают, что мы патруль, сразу пропустят нас через ворота. Не рассчитывай на это. Смотри. Смешайся с конвоем. Мы проследуем за ними внутрь. Молодец. Тщательно на нашей стороне. До этого никогда не было. The Americans are coming. They're near Gilad Valley. Get everyone back here now. We're leaving. Sir, the airspace is problematic. I'm aware of the situation. Just do what I say. Отлично. Он совершенно не догадывается, насколько мы близко. Все равно это будет впритих. Нам нужно быть готовым ко всему. Кирилл будет первым. Я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас, где нужно. Будь готов к изменению. Помни, ГРУ хочет взять Кафарова живым. Но самое главное – это ядерный чемодан. Блядь. Стой так он на расстоянии. Давай, будем делать это. Готовься. А ворота? Ну что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Бля! Вон, белый гист. Дима, они нас не пропустят. Возьми, который спереди. Жди моей команды. Жди, жди, жди. 3, 2, 1, давай! Дверь, трави. Дверь будет держаться какое-то время, давай. Вон там контроль на кухне. Ехали. Дима, давай туда открой ворота. Момент неожиданности пропал. Быстрее. Это все равно произошло. Давай, пошли. Сэр, enemy forces contact on the ground. Are they American? Они на нас выпустят сейчас.
Смотри за крышей. Дело на другой стороне. Подожди, пока они подойдут к нам. Дима на крыше, обеспечим видение. Кирилл, и я снаружи. Я видел дверь сзади, справа. Что, глухой? Давай, красавец. Враг движется слева! Thank you.
Давай, двигай! Была дверь сзади. Дима, посмотри, можно ли их обойти. Дверь порвать.
must be. Listen, this key goes to a safe deposit box in Geneva. Take it. Take everything in it. I don't have them! Do you understand? It's not me you want. It's not... It's Solomon! Listen, I have information about Solomon. I know what he's planning. I know where the suitcases are going. Let's make a deal. My freedom for information. You let me go, I tell you everything. I tell you where Solomon is going. I know what he's doing and where...